Без рыбы ухи не сваришь. И, как уверяют любители тихой охоты, самый крупный улов получается тогда, когда видишь успехи своего соседа. Настоящая схватка среди рыбаков прошла на льду озера Кривое Шипуновского района. Как клевало, что наловили и кто победил, узнаете далее. Ловись, рыбка большая да маленькая. Поговорки из русской народной сказки этим рыбакам не нужны. У них есть свои секреты. Проводка – это игра мормышкой. Медленная проводочка, так потихонечку. Идешь. Вот. Ну, они разные проводки. Окунь, он, если у дна, он так потихонечку поднимается за мормышкой. А вот к этому рыбаку улов идет более охотно. Возможно, благодаря особой технике, а возможно, благодаря фамилии. Виктор Срыбный, любитель посидеть с удочкой. Стараешься подобрать тот или иной крючок, мормышку, ту или иную. И в таком порядке тогда начинаем ловить. На улице минус 18, но для любителей тихой охоты мороз точно не помеха. Оно и видно. На льду озера Кривое Шипуновского района 42 человека. Всего 14 команд из Усть-Калманского, Топчихинского, Чирыжского, Рубцовского районов. В каждой по 3 человека. Ловится в основном окунь. Вот. Если карась будет проскакивать, то это так называемый в качестве бонуса. Только от команды 3 человека, то соответственно по одному человеку от каждой команды в зоне, то есть всего 3 зоны. Вот. Спортсмену необходимо, значит, поймать как можно больше рыбы в своей зоне. 4 часа и удочки смотаны. Победителем соревнований стала команда Шипуновского района. У них самый увесистый улов. Все трофеи участники забрали домой. Яна Аксенова, Елена Зазранных, Ольга Суслова, Дарья Андреева. Новости.